Вітанечка вам, мої дорогі, з незламної неньки України, з вами, як всегда, Руслан і Мірмодов, Євротрак Симулятор 2. І, як я обіцяв, зробимо з вами коротеньку ходочку, перевіримо наші вот эти обновлені города в Германії. Ну, скільки зможемо, стільки і перевіримо. Взяв я вот такой суперфутреалістик давчик. Давчик в полном тюнинге, я сам в шоке. Я, в принципе, не любитель занадто такого тюнинга, но, тем не менее, почему есть модик, плюс он нормальненько работает на бета-версии, так почему и не покатать, да? Я думаю, со мной все согласятся. Так, смотрим, что у нас идет по карте идет у нас. Так, выезжаем мы из Гамбурга, и вот мы будем... Чуток, да, заедем в этот Травемюнде. Ну, тут, в принципе-то, и смотреть особо нечего. Ну, как бы так, два порта. Нормально. Киль обойдем. В принципе, можно будет и заехать в Киль, и заехать в этот Травемюнде. Посмотреть, что да и как. Ну, в принципе, как бы так, нормуль. Давчик, да, приколюха. Я в шоке. Ну, давайте, поехали. Посмотрим, что да и как. Вот если бы вот эту еще... гончирку бы убрать, что на лобовом стекле, чтобы обзор не закрывало, вот эта так называемая шторка, было бы вообще великолепненько. А так, в принципе, как бы... как бы давчик на любителя. Я, в принципе, люблю... поэкспериментировать с грузовичками, но это уже как бы так занапто, ну чересчур, ну хотя салончик сделан по умцу, как бы так, где-то остановимся, потом покажу, ну почему бы и не покатать, мне понравился, класс, прикольный. Так, нам надо с вами налево уходить. Ну и чё ты стал? Он тоже поворачивает. Свистящий звук двигла такой. Прикольно. Не без косячков, но тем не менее. Немного он зеркало. Как-то так, нижнее вроде бы ничего малое отрабатывает. А вот верхнее основное как бы так. Ну... Но, ладно, это уже мелочи. Звук как у этого, как у кукурузника. Тр-т-т-т-т-т-т-т. Прикольненько. Так, ну в Гамбурге там, в принципе, особо-то и смотреть-то и нечего. Но. Можно, в принципе, покатать. Ого! Свистит занадто, ё-моё! Сори, ребятки, у меня уже уши заворачиваются. Итак, 10%. Так, сделаем на 5% звук, потому что это жесть. Ну а так вроде бы нормуль. Вроде бы нормальный давчик. Самое главное, что не надо ни тюнинговать, ничего. Пришел, купил, он уже в полном тюнинге. Класс. Класс. Для любителей такого сверхтюнинга это будет бомбезно. Такой оригинальный мод давчика. Класс. Так, ну и что нам показывает эта Германия? Ну, вроде бы. Как бы так. А что это дождь?
У меня, наверное, дождь сильно завален, что он так долго идет. А ну, сейчас мы с вами проверим. Да, наверное, завален сильно занапта у меня дождь. Так, так, так. Дождик, ты где? Вероятность на 5%. Нам такое не надо. Поставим на 2%. О! А то занапта он уже напрягает. Дождик. Ого. Он несет. Да, прикольно. Это что, так срабатывает еще и на модовском? Классно. Но у меня, в принципе, все включено. Вот этого я не помню, ребята, сори. Идем смотрим. Включена ли у меня... Так. А не, все. АБС-ка включена. Противобуксовочная эта система тоже. Контроль, так сказать, тяги. Но заносило до ладу. Класс. А ну-ка мы сейчас проверим с этим. Это мы так смотрели, да? О! Да, заносит. А чё это она? Вообще на модовских так срабатывает, что ли? Офигеть. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А не, нормально срабатывает. Ну, с дождиком. С дождиком это да, несет. Ну, прикольно, уже реалистик в игре, да? Класс. Ну, будем ехать, будем смотреть и проверять. Ну так, на первый взгляд, ну как-то нормальненько, мне нравится. Не знаю, как вам, но мне нравится. Прикольно. Вот это еще бы зеркало нормальненько работало бы. Как-то не ахти. И не хочется зеркала на высоко ставить. В принципе, пойдет. Если уже особо не заостряться. О, в этом нормально. Опа, чё стоим? Авария. Да, нормальный ход. Все стоят, класс. Ну и чё ты новый маршрут ищешь? Бета-версия. Чё-то подглючивает еще малёха, наверное. О, 700. Я, видать, не туда съехал. Нормальный ход. О, а я грешу на версию. Это я не туда свернул. А ну, куда она у нас выведет? Куда я должен был свернуть? А, мне надо было прямо ехать, ё-моё. Да. Мне надо было ехать куда? Вот туда. Сейчас мы это дело... Так, куда мне надо было ехать? Вот сюда, наверное. Да. Сейчас приземлимся. О! О, оно, да. Все, сори, ребятки. Ну, уже старенький, плохо вижу. Вот как раз я вам покажу. Покажу салончик, да? Ну, такой. Как на меня, то сделано. Сделано с душой, с любовью. И я бы сказал, что идеальненькое. Текстурки, да? Нормально. Класс. Вообще сила. Да. Это ж надо было так мододелу заморочиться. Красавчик. Ну там, я не помню, кто автор, но адаптацию вроде бы делал Никола. Вроде бы он делал адаптацию. Это бомбезненько.
Класс. Катать можно. Без вопросов. Так, мы правильно идем? Да, вот теперь мы поехали правильно. Класс. Да, звучок потише. Уже можно как бы так и ездить. Бомбезно. Ну шо вам? Как вам впечатление от новой Германии? А? Вот так, наверное, лучше будет троха посмотреть. Прикольненько. Прикольно. Мне нравится. Класс. Работают. А мы на них бочку гоним, что они ничего, разрабы, не делают. Ну вот же, потихоньку работают. Значит, норм. Да, в зеркало хоть и не смотри. Так, а если это еще подкинуть? О, в том хоть как-то глаза не блямкают. Но все равно, занап-то большое. Сюда бы эти камеры поставить. О, было бы бомбезно. Ну и вес модика, я вам скажу. 500 там с лишним мегабайт. Ну так себе, но я не чувствую, что он там FPS садит или еще что-то. Достойный, достойный модик, достойный. Уважуха нашим мододелам, молодцы. Необычный, но достойный. Так, нам с вами надо не прозевать, чтобы попасть в этот. Заехать в тот город новый. Посмотреть, что там да как. О, где-то мы уже на подходе. Ага. Так, это у нас что получается? Это мы сейчас сюда зайдем, и можно будет катнуться, да? О, у нас тут... Опа, и мы назад. А мы сюда пойдем. Посмотрим. Ну, в принципе, там... Ну, да, там... Порт 1, порт 2, порт 3. Все. Вот это что? Стоянка какая-то. Ну, можно будет заскочить, посмотреть. Прикольно. Что-то руль у меня мой живет своей жизнью. Трусится, как этот. Просится. Дядьку, поменяйте меня. Дядьку. Так, ну давайте-ка посмотрим, что у нас с данным городом. Что он нам покажет. Ну, светофор, отдупляйся давай. Ёксель-моксель. Офигеть.
поверните налево. Не, налево мы поворачивать не будем. Мы пойдем туда и посмотрим, что это за город такой. Расчет нового маршрута. Поверните направо. Ну, как бы прикольненько. Я ничего не могу сказать совсем такого плохого. Нормуль. Да, ну тайминг светофора занапта длинный. Занапта. Так, смотрим. Город в Германии. Ну, шикардос. Опять светофор, да, ядрит Мадрид. Ого, да тут их этих светофоров. Да, там стоянка какая-то. Травемюнде. Ну, в принципе, туда можно не ехать. Можно вот по прямой проскочить. Да, в принципе, ладно, мы уже стоять не будем. Там где-то развернемся. Изменение маршрута. Посмотрим, что тут да и как. Ну такое. Вроде как бы так и ничего. Да? Поезда ходят. Нормуль. Нормуль. Прикольно, в принципе. В принципе, прикольно. Мне всегда нравится, когда кто-то что-то делает. Для нас с вами, естественно. Поверните направо. Да. Нормально. Нормально, нормально. Если бы такая была вся у нас... Вся у нас дефолтная карта, то было бы веселенько. Вон, текстурки асфальта классные. Зелень, как бы так, достойненькая. Да нормальный ход. Прикольно. Сейчас съедьте. Прикольно, прикольно. Посмотрели, о. А теперь посмотрим с кабины тюнингованного грузовика. Ну тут особо-то и смотреть, конечно, с этой кабины. Практически ничего не видно. И убрать нельзя. К сожалению, нельзя убрать. К сожалению, шторку нельзя никак убрать. На. Огонь. Так, нарушаем. Ну что тут трафика-то все равно нету. А у нас с вами типа проверочный круиз. О, зеленый. Ну, загорайся. О, класс. Держитесь левее, затем поверните налево. Ну, бомбезно. Бомбезно, бомбезно. Нафига мне направо? Так, что у нас там еще осталось? Сколько нам еще пилить до этого? Чтоб киль посмотреть? Ну, тут немного. Да. Еще посмотрим киль, да и будем заканчивать. Бо и так видео получится занапто длинное. Ну, такое дело. Интересно ж покатать и посмотреть, что да и как.
Но светофоры длинные. Уж очень длинные. Что-то оно глючит. Не, ну все правильно, мы едем. Вычисление маршрута. Бета-версия. Ладно, я один раз косяк поймал. Но тут уже, думаю, нормальным ходом еду. Напишите в комментах ваши впечатления об увиденном. Ну, в принципе, посмотреть видео — это одно. А вот когда самому поездить, вот это да, это совсем другое. Трафик такой редковатый какой-то. В принципе, у меня трафик по дефолту стоит. А не, нормально идет. Стоило напомнить, и он сразу испугался. Так, что у нас там, смотрим. Так, это нам надо... На киль сейчас повернуть направо. Затем поверните направо. Вот у нас и киль. Поверните. Держитесь левее, затем поверните налево. Сейчас посмотрим, что тут интересненького. Вот так, думаю, будет интересно, да? Изменение маршрута. Ну, как бы так. Да. Приятненько. Мне нравится. Класс. Когда возможно, развернитесь. Да я знаю, что надо развернуться. Да. Шикардосно. Красивенько. Хорошо. Глаз радует очень. Ой, приятно. Да. Солидняк. Ребята, это солидняк. Да. Развернитесь, когда будет возможно. Я знаю, что надо развернуться. Ну, ребятки, не буду я это все дело затягивать, да? Как бы так мы... Хоть немножко, но с вами этого всего да посмотрели. Ну, солидненько. Солидненько. Класс. А ну-ка, взлетим. Еще где-то он что-нибудь. О, тут типа набережная или что это такое? А не, водоемчик еще какой-то. Ну, класс. Да... Ого, а текстурки-то пропадают. Ха-ха-ха. Да, ребят, прикольненько. Сделали солидненько.
Да. А кто там у нас? Ага. Да. Что сказать? Красивенько. Хорошо. Вот на этой, так сказать, оптимистической ноте мы с вами и попрощаемся. Как всегда, короночка, понравился видосик, не забудь, поставь лайкосик. Всем мира, добра, всех земных благ вам, мои дорогие. А ну-ка, что тут у нас? Да. Не, класс. Солидняк полнейший. Бомбезненько. Ну это я уже отключусь, да полетаю. Что-то текстуры немножко пропадают. Да. Прикольно. Прикольно, прикольно. О. Да. Так, на чем я остановился? Быть добру, будьте мне здоровы. Как всегда, большая благодарность всем моим спонсорам, всем моим подписчикам за вашу помощь, которую вы оказываете каналу. Еще раз, быть добру, все будет Украина. До новых обзорчиков, всем пока-пока.